Эти прекрасные цветы для вас, девушка. Я сам сделал букет. Примите, пожалуйста, от меня. Я же старался, девушка. Красивый? Хотите, я вам подарю? Нет, спасибо. Вы же кого-то ждете. Ну да, это ей, конечно, моей девушке. Она обрадуется. Она любит такие цветы. Повезло вам, девушка. Не-не-не. Я подошел к фонтану. Цветы, да, я купил. Девушки, а побрызгайте, пожалуйста, мой букет чем-нибудь. Что-то он не пахнет. Чем его? Ну, у вас есть, нет вообще? Белым баллончиком можно. У вас нет? Ну, что-нибудь духи с собой? Я могу вам дать понюхать запах, нет, да? Вот что значит долго ждал. Во-во, отлично. Чуть-чуть побрызгай, пожалуйста. Отлично. Так чего же девушка так провинилась? Классно теперь пахнет. Спасибо. Да. Ага. Купил. Твои любимые.
Девушка, это прекрасный букет для вас. Девушка, это великолепные цветы для вас. Девушка, у меня девушка не пришла на свидание, это вам. Вы убираете, пошел. Подождите, фотограф придет. Подождите, мы фоткаемся да. с вами. А вы примете? Они да, пахнут вкусом? Да, букет. Понюхайте. Да, да. О, какие ароматы. Вот букет с крутым чуваком. Да, 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 да. Ну, возьмите букет. Я его понюхаю! Он чудесно пахнет!